получается, направо нужно сделать передачу, но можно и так завершить этот эпизод. Луис Альберто с правой ноги под перекладину вонзает мяч 50. Centrarului Lazar înapoi, gol! 1-0 Lazio, minutul 55. Luis Alberto reușește să deschidă scorul. Milinković Savić, хороший пас Альберто, забивает, надо забивать. Испанец. Идеально. Сыграли два полузащитника Лацио. Thank you.